солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Эта крылатая фраза отлично подходит, чтобы описать основы летнего закаливания. Так для чего же нужно подвергать себя воздействию трех главных природных факторов, чтобы укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость организма в борьбе с недугами? Можно практически закаливаться уже сейчас. То есть вы можете снять обувь и походить просто босиком до 5 минут по прохладной траве. Самое простое в летнем закаливании – ежедневное принятие солнечных и воздушных ванн. Солнечные лучи действительно способны уничтожать многие микробы. Они способствуют выработке в организме витамина D и кальция. Их присутствие помогает быстрому заживлению даже тяжелых ран. 15 минут на солнце мы должны находиться все. Но, тем не менее, лучше загорать, под тентом начинать. Такие же солнечные лучи будут проникать через тент, но зато вы никогда не обгорите и не получите солнечных ожогов. Воздушные ванны – самый мягкий способ закаливания, поэтому чаще гуляйте на свежем воздухе и постоянно проветривайте помещение, в котором находитесь. Водные закаливающие процедуры могут стать для организма настоящим испытанием, поэтому все надо делать постепенно. Начните с самого простого – умывайтесь более холодной водой по сравнению с предыдущим днем. Еще один способ оздоровиться – контрастный душ, во время которого температура воды меняется от теплой до холодной и наоборот. Вообще начинается комфортная температура, когда человеку приятно и хорошо. Если человек почувствовал, что ему вода его, для него комфортна, значит, мы на следующий день можем уже понизить температуру до 1 градуса, до 2 градусов. Но, тем не менее, и время продолжительности тоже будет увеличиваться. Самый экстремальный способ – обливание холодной водой. Но к ним организм нужно как следует подготовить. Разогрейте с помощью бега или легкой физической нагрузки и приступайте к обливанию. Страшно? Вперед, ребята! Согласна я! Берите пример со знаменитостей. В последнее время кто только не брал емкость с водой и не выливал ее на себя, в том числе ведущие студии «Хорошего настроения». Главное, не бросайте начатое и занимайтесь летним закаливанием ежедневно, но без фанатизма. Будьте здоровы! Диана Галич, Сергей Курков. Утро-студия «Хорошего настроения».